сегодня снимаю новую серию сериала «Грамгильда и ее тайный поклонник». И что, поехали! Смертохват молодец. Все же поначалу мне казалось, что он предатель, но это не так. Он вправду повел этих драконов в мое убежище. Но вы что, подумали, я никак не смогу добраться до дома сам? У меня всегда есть план Б. Мальчик, иди сюда. Лети же сюда. Давай, хороший дракон, хороший. Ну что, а теперь полетели домой. Летит дракон. Простите, я думаю, так вполне сойдет. Эй, ты с ума сошел? Мои вообще-то хозяйки Астрид, больно. Больше так не делай, а то я тебя так кину. А где Беззубик и Дневная Фурия? Сейчас. Вот Дневная Фурия. И сейчас за Беззубиком. А вот и всеми любимый король драконов. Ты что, плохо относишься к королю драконов? Он же хороший. Ну, не очень. Я не люблю Беззубика. Почему-то мы должны подчиняться какому-то королю. Потому что такие законы драконов. А Беззубик самый мудрый и хороший дракон. Но почему он меня не любит? Ха, почему он тебя не любит? Надо подумать. Вот-вот. Да потому что ты работал на Гримеля. Но сейчас ты на него не работаешь, потому что ты очень добрый и хороший дракон. Да, не работаю. Да. Давай-ка расположимся, как говорится, поудобнее. Сейчас всех положим в клетки, может быть. Куда положим? Я имела в виду аккуратно на землю, а то, кажется, им тут неудобно. Ну да, их надо разбудить. Не надо их будить, ты что? Их наоборот, надо бы... Что ты делаешь? Что ты с ними сделал? Я просто их решил проконтролировать. Зачем? Что за бред? Грамгильда, прости, но... Что? Нет! Прости! Нет! Ой, блин. Вроде я сделал все, как сказал хозяин. Ой, да. Не хочется делать, да. Ну, блин, что ж поделаешь. Он бы меня просто убил. Но, может быть... Нет. Ой. Я сейчас все тут собью. О, смертохват, ты все сделал, как я говорил. Молодец, но все равно я сейчас на твоих глазах уничтожу ночную фурию. О, тут еще и вот эти двое. Как его там, Икинг и Астрид. Все драконы находятся в отдельных камерах. Теперь я смогу уничтожить ночную фурию. Этот дракон меня вечно бесил. Он пытался меня убить, меня. Но сейчас я его убью. Так, я связал драконов. И что ты мне сделаешь, ночную фурия? О, какой бедный дракон. Вы посмотрите, все его друзья. И дневная фурия. Он сам. И его подружка, злобный змеевик. Все, даже эти люди связаны. И что вы сделаете, ваше величество? Ничего, вот именно.
А теперь я кое-что сделаю. Если ты не против, я тебя убью. И раз. Два. Три. Как ты смеешь, ты глупое создание? А ну-ка, живо! Уходи отсюда! И что ты мне сделаешь? И что вы хотите, чтобы я легко отпустил ночную фурию? Да не быть такому. Ладно, ладно, так уж и быть, я сдамся вам. Вижу, вы уже все по драконам. Хватит Кремль уже воевать. Ну ты понимаешь, что да, драконы, они все же милые. Они не злобные, да, безумие? Даже твой дракон милый. Понимаешь, каждый дракон, они добрые, но если с ними вести так, как ты со своим драконом, то он может тебя и легко убить. Вот видите, какие они злые. Но у меня есть другой вариант. А ну-ка ты, тварь мерзкая, полетели. Что? Так. Лети, дурацкий дракон. До свидания. Песобик, там не на фурии. А, что? А, ее нету. Это все ты виноват. Я-то что сделал? Если бы не ты, глупый смертохват, мою бы дивную фурию не забрали. Я тебя могу убить. Ты понимаешь это? Песубик, хватит! Песубик! Зачем ты за него заступаешься? Да зачем? Что ты творишь? Зачем ты его хочешь убить? Из-за того, что он пытался спасти всех нас? Да? Ты не забудь, что он сделал. Кто тебя спас? Да из-за него вообще-то и юную фурию похитили. И если бы не он, то вообще этого всего бы не было. Мы были бы дома и нормально жили. Нормально жили? Это вот так вот эгоистически жили? Как эгоистически? Про меня вы все забыли, все вылетали, а я там одна жила. Да ты не жила одна, ты жила с нами. Да, конечно, пока вы все летали, я одна была в одиночестве. Так, знаешь, это полный бред. Мы всегда как бы, ну, да, ты права, да. А со смертохватом мне хоть было интересно. Ну и ты хочешь сказать, что ты его любишь? Ну, да, очень сильно. Вы два разных вида. Он класс какой-то там закаточный, я не знаю. А ты вообще словно змеевик. Класс ищейк или всего такого. Ты просто не можешь его никак полюбить, ясно? Ну, дневная фурия, это дневная, а ночная, это ночная. Мы хотя бы фурии. Отстань, все. Давайте лучше пойдем спасать дневную фурию. Да, я полностью согласен. Ну так что, Крангильда, будем всех спасать? Да, да, будем всех спасать. Да. Безлобик, прости, так скажем, что так получилось. Я же не знала, честно. Простите, ваше величество.
Я вижу, ты не очень любишь, да, меня? Ну, как сказать, вы просто такой вредный, хороший король. Ну, смотри, у меня ты глупый. Ладно, полетели спасать. Я подумаю, принимать тебя, так скажем, в наше царство или нет. Крангильда? Да. Давай-ка зови Астрид и Кинга, и мы полетели спасать дневную фурию. Хорошо. Полетели! Ребят, если вам понравилось это видео, то поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. И ждите новой серии. И всем пока, ребята. Всем пока. Жми.